И всем привет, друзья! И сегодня поиграем в Audacity Trip. И со мной сегодня Никсон. Поздравляю. Всем привет. И сегодня мы постараемся проехать как можно дальше опять. И постараемся выполнить все квесты с нового ивента. Тут вышло обновление с классиком. Классик. Но мы хотим сначала пройти квесты от ивента прошлого. Мы уже, в принципе, собрали новую машину. Ее мы могли получить бесплатно. Вот такая вот она у меня. Я не помню, или чья, или это твоя. Короче, это не важно. Ну, не важно. Мы уже сложили тут еду, и нам желательно нужно побыстрее ехать, так как у нас тратится голод. Садись. Я тебя не рекомендую. Выйди на секунду, и сейчас ты увидишь, что машина перекрасилась. А, кстати, реально. А каким образом? Она раньше была другого цвета. Если да, вы... это, наверное, это твоя раскраска, наверное, фиолетовая. Из-за того, что ты сел, она перекрасилась. Наверное. Ладно, поехали. Тут, короче, мы очень быстро можем ехать на этой машинке. Она просто капец как гоночная. Но, к сожалению, тут прицеп к ней прицепить нельзя. То есть это небольшой минус. Хотя, ой, так, тихо. Что-то она какая-то, ну... Еще добавили новое... новую карту, но там как-то много багов, и машина сразу же переворачивалась. Да, а потом там после 2000 или 3000 метров там ты просто как бешеный летишь. Тут их опять просто. Так, аккуратно, едем в башню, Тормоза! Ручник! Ой. Я даже ручник прожал. Мы сейчас всю эту дистанцию проехали на ручнике, чтобы ты понимал. Бывает. А еще добавили еще одну новую карту. Это, я так понял, ивент. И там у нас получилось так, что мы на машине ехали, и у меня забагалась рука, и мы начали ехать 100 метров в секунду. Никита, беги. Я жив. Так, что я могу... Что тут есть? Я их пока заагрил на себя, что там есть. Так, есть динамит и пончик. Всё, да, неси пончик, неси пончик, сложи быстро в багажник и садись. Я тебе быстро открою дверьку. Так, тихо. Я не думаю, что динамит взрывает. Это хорошо, я просто открою багажник. Ложи. И закрой багажник. Я надеюсь, она не выпадет. Все. Открой дверь. Быстро. Поехали! Уходим. Боже, бешеные фанаты даже сейчас за нами приехали. Да-да, эти фанаты. Вот такая вот популярная жизнь, поэтому не советую. А, ребята, камень! Тормози, давай чуть-чуть, вот и есть, только не скорость 1 000 000 км в час. Я постараюсь, только... А если ты хоть что-то бачишь, я ничего не бачу. Я вижу. Мы даже фары не взяли, кстати. Я вижу. Я, наверное, выключу мотор и без мотора буду я. Ага, это не то. Да. А еще, кстати, я видел, что там можно было купить какую-то пушку, с помощью которой ты можешь прикрепить, типа, как сказать. Веревкой ты мог там зомби прикрепить. А это там на специальной машине, у нас такого нет. Очень жаль. Правый курс, что это? Это камень. Хочешь прикол? Вот я набираю 80 км в час, и просто я дальше выключаю мотор и еду. Это мы сейчас едем даже без мотора. Я вижу по прямой сделанной. У нас очень мало бензина, очень мало. Нам не повезло, это магазин. Стоп, у меня есть крышечки. Все-таки у меня есть немножечко, поэтому тормози. У меня тоже крышечки есть. Итак, что мы можем купить? Это что такое? Оружие можем купить. Никит! Это что? Ребят, если вы знаете, что это... 150 евриков. Где я вам такие? Давай мы все на кассу сложим. Это мотор?
делать? На грибов, честно. Да, ну... Короче, зашлите все сложить туда. И чтобы вышло там помидор. Подожди, стой! Стой! Да что ты делаешь? Ты плохо делаешь. Что ты сделал? А что произошло? Что-то подорвалось. А, класс. Я ничего не сделал, я просто подошел к хлебушку, шел назад и меня расстреляли на ровном месте. В чем прикол? Не знаю, я мертв. Будем возрождаться. Ну, знаешь. Го. Ну, в принципе, у нас вариантов нет, поскольку уже машину мы забрали, и время позднее, и это все опять сделать, да. Это довольно будет сложно. Поэтому легче будет просто переродиться. Переродись. Не убивает, кстати, эта штука? Уже нет. А где я? А, вот я. Ой. Я сказал, что не убивает. Я подошел, я вдох. Не убивает. Ребят, знаете, если вы что-то грабили, лучше не грабить. Потому что вы просто вы даже после возрождения ничего не сможете сделать. И вот это такой пример, что будет, если вы начнете грабить, красить что-то в магазинах. Вот к чему это будет приводить. Да. Ну, в нашем случае это вот это, а в вашем случае это тюрьма. Потому что, скорее всего, вас не расстреляют как нас. Ну, как минимум, в реальной жизни такого не будет. Только если вы будете давать какое-то отступление, например, с оружием. Это. Но, ребят, такого делать не надо, пожалуйста. Мы против вот этого вот всего. А сейчас предлагаю пойти в ивент с тобой. Да. Там... Я уже, честно, забыл, какие ивенты. А, нет, так, Daily Quest. Короче, здесь очень много всего. Поэтому будет очень прикольно там. Так, почему ты где? Я смотрю, что по ивенту тут вот. По старому, то что по сезонному. По сезонному. А, вот что я тебя нашел. Вот в сезонном этот. Короче, я могу покрутить два раза. Крутить. А какой? За 50. 50. Не надо. Как хочешь. Хочешь, да. Нет, жди, я сейчас в гараж пойду. Сколько у меня жизни, кстати, дополнительно? А, ладно. Ты где? Что ты делаешь вообще? Я тут, где? Так, подожди, я хочу зайти в гараж свой и посмотреть цвета. Да, это мой фиолетовый цвет. Все-таки был. У меня неоновый и зеленый. У меня тоже есть неоновый и зеленый. У меня есть неоновый фиолетовый, неоновый и зеленый. Зеленый. Ребят, какой лучше, как думаете? Вот такой вот цвет? Или вот такой? Я кручу. О, стой. Похожу. Давай. Мне выпало, короче, диамантовая шансом 16%. Шансом? И второй кручу. Второй раз кручу. Шансом? Хочу, чтобы мне выпало... Light blue. Давай. Меня, короче, выкинуло случайно. Из игры? Не, типа, от рулетки. Понимаю, тяжело слушать. Сейчас посмотрим в гараж, что мне выпало. А, давай. Ну, что я могу сказать? Это ужасный цвет, меня убили. Так, ребят, а тем временем напишите, пожалуйста, в комментариях, какой лучший из вот этих вот 4 цветов. Вот для этой машины. Такой. Вот такой. Или вот такой. Ну, либо без цвета вообще. Ну, без цвета это немножко некрасиво. Поэтому самое лучшее могу выделить вот этим. Ну, кстати, вот это, смотрите, вот тут вот вообще оно ровно и гладко. А тут вот так вот. Поэтому я лучше оставлю вот это. Вот тут вот вообще на что это? Вот что это, ребят? Вот что так, это? Ну, давай, пошли. Есть она хорошая, наверное, но очень плохая. Ну? Плохая. Я аж вот это пропустил, она началась крутиться, но потом она сбилась. Это крутка. Понял.
А хорошее то, что мне не дали эту раскраску, поэтому мне, возможно, дали или спорткар, или Хондрен РГБ, вот это, короче, оружие. Либо ты просто прокекал хрутку. И то, правда. Давай, Дима, пошли. Куда? Я создал уже обе эти ленты. Иду. Так, пиши дуо. Дуо. Да боже. Ребята, пожалуйста, вот так вот не делать. Дуо. Вот так вот не делайте, пожалуйста, ребята. Если вы хотите с кем-то просить, то просто один раз зайдите. Если они вышли, то не надо так делать, короче. Все, пошли. Па-ба-бам, па-бам. Ну, кстати, вот классик ивент, ребят. Напоминаю, что в Роблоксе стартанул ивент классик. То есть это не только в Одессе Трипе, а еще и в других играх. Тут я... Так, подожди, вот это заберем. А еще, ребята, я заболел. Это ужасно. Согласен. Я в тебя буду стрелять, можно? Нет. Жаль. Если я на лобу в угол, короче, пистолет приклею. Багажник. В смысле багажник? Зачем тебе багажник? Как ты багажник сделаешь? Багажник поставить. Да, я. А, стой. А. Он упал. Да, дай. О, так, вот так вот, и... Опа, табан. А, что я сделал? Так, подождите, как сделать? О, все, отлично, багажник делаем. Ну, а ты ой, забрал табан. Новую вот эту штуку, Тикс? Тикс, да, но у меня только одна почему-то до сих пор. Бери бензин, давай заправлять. Нечто. Сейчас, секунду. Давай. Нечто. Бери бензин, заправляй. Пошли. Бери бензин. А там еще один. Я бегу на всех скоростях. Давай. Давай, я просто приложила, но... Оно, если что, по блютузу заправляется. Оно, если что, по блютузу заправляется. Ну, короче, ребята, знаете, почему видео не выходит? Да потому что Тимур ленивый. Не правда. Только смотрит свою атаку титанов и все. Даже со мной не гуляет, представляете? Во-первых, атаку титанов я уже давно посмотрел. Во-вторых, я смотрю One Piece. В-третьих, я лучше не буду говорить. Ну, короче, я даже просто не хочу играть. Мне надо было пожаловаться на мир. Какой-то ленивый. Понял. Так, тогда все забрали. А, подожди, еда. Иди ко мне сюда. Где еда? Ну где еда? А где еда? Пропасть красивая, можно упасть. У меня больше нет причин жить. Ладно, погнали, ребят. А, кстати, что это? Я могу сюда зайти? Если меня сейчас убьют, то это будет плохо. Не, нельзя. Да. Ладно, погнали! Погнали. Ну, вот тоже... Никита едет, кстати, впервые, это... представляете? Впервые завел машину. Ура! Молодец. Я сейчас играю не с компа, а с планшета. Тимур! Я выпрыгнул! Я тоже! Я тебя ненавижу. Я тебя больше в жизни не дам за руль. Давай. Вот поэтому, ребята, Никита, иди садиться за руль. Потому что таких ситуаций не повторяется у нас, когда я за рулем. Для вас пройдет секунда, а для нас чуточку больше времени. Ну что, друзья, мы сделали из-за... починили снова машину и опять едем. И теперь я уже за рулем. Ну потому что Никита уже чуть-чуть выпил, а Тимур нет. Поэтому... Да, да. А чё вы так медленно едем? Мы такой... можем провернуть баг, чтобы ехать по миллиону километров в час. Хочешь? Давай. Так, хорошо. Ладно, не надо. Машину. Не надо. А то я знаю, сейчас перевернется, сейчас еще что-то. Знаем таких. Такую мы культуру вроде не видели с Тимуром.
Я не думал, что еще так быстро надо убирать еврой. Так, вода нужна. Я не похавать хочу, сорян. Понял. Так, неси все. Всю еду, короче, неси. А чеснок можно сожрать. О! Выбьем. Будьбо. Вот это еще выпьем. Все, чеснок много. Ой, чеснок говорю. А перец много восстанавливает. Фул хп? Фул еду. Сейчас. Он тебе фул. А как закрепить еду? У меня это на зэп. Но, блин, чеснок не этот. Да я закреплю. Вот торты закрепляются, Не знаю, не получается. О, все, перец закрепился. Это не еда. Прикинь, я могу запускать предметы. Никита! Иди сюда. Прикинь, стой, посмотри, что я могу. Никита, это очень важно. Зеленое яблоко. Кому что? Все, я съела. А теперь посмотри, стой, посмотри прямо, где я. На, съешь арбузик. Посмотри, где я. Ты куда запустил? Прям по прямой, по прямой. Как ты это сделал? У меня типа есть кнопка трех. На, на, арбузик съешь. Ок. На тебе его в лицо. У меня арбузик не берется. На, кушай. Все, погнали. Да. Так, ну мы можем еще провернуть бах, чтобы ехать 1 000 000 км/ч. Не надо, погнали. Это легко. Можно? Садись, да не надо, посадись. Мы тогда добрались до 4000 км/с. Это потому что у нас торты. Смотри. Ну вот, видишь тортики? И это что? Из-за тортов. Я уверен. Ну, мы еще с тортиков наберем и нафиг перевернемся. Почему мы так медленно едем? Потому что мы набираем скорость. Я привык, что мы тогда ехали по 100 км/ч. Тимур, давай не будем тут останавливаться. Бензин надо, бензин очень надо. Замбаря! Папалям, папалям. Ох, беги. Как выйти? А как выйти? А! Я вышел. Подожди. Я, конечно, снайпер от бога, я это знаю. О, все. Если что, то... Нет, это моё. Это моё. Дай, дай. Извини, посмотри, что у меня. Я только посмотреть, дай посмотреть, дай посмотреть. Дай посмотреть, прям. Ой. Ой, какое. Ой, какое оружие. Дай. Давай я на лобовуху пристегну. Не, ну дай я посмотреть. Дай я на лобовуху пристегну. Ладно. Так, ладно, погнали. Сколько тут доверх забираться, блин? Опа, это что такое? Это шоколадка. Шоколадку едим. Тут 7 литров газа. Иди газ заправляй, короче. Не, я кушать хочу. Ну, на шоколадку. Я уже поел. Нет. Это что? Печенька! Тимур, давай работай. В смысле? Нам надо быстренько уже за 20 минут уложиться, а всю игру пройти. Да, понял. Так, всё, шоколадку я... Я заправил, погнали. Я не могу шоколадку закрепить. Сожри шоколадку. Скушай, скушай, скушай. И меня на фу. Ладно, я скушаю. Так, ладно, всё, погнали, погнали, погнали. Стой, проверка, иди сюда. Давай. Зачем ты пистолет взял? Для проверки. Я кидаю. А. Не, а тут это не работает, блин, на. Да все, короче, дай. На. Оно не работает. Поехали! Всем привет, ребят. Ты видишь, где я? Подожди. Посмотри, где я, куда меня тут засло.
Так, подожди. Все. Отлично. Отлично, поехали. Чем ты выпрыгнул? Сядь! Я сел. Сиди. Так, нам нужен бензин. Очень сильно. Тимур, у нас газа полно-полно. Да нифига, у нас только 22 литра. На нас не колышет. Мы можем одну остановку проехать. Блин, мы не заходили в это помещение. Заходим? Нет, нет, там очень много зомби. Ну тогда там оружие стопудово будет, Тимур. Ладно. Готов расстреливать всех? Ой. У меня уже оружка. Где пистолет? Ух ты, нее! Что мы имеем? Ничего. Мы имеем. Так, оружку откидать. Топор. Алия. Газик. Сейчас я пойду заправлю. Ух, сколько! Сколько? Что там? Да нет, тут монетки просто есть. Да, понял. Так, все, я слышу, ну, короче, вот еда вся, на. Давай, неси пока. Я там себе немножко откину. А, то есть, дробовик, ты не хочешь хотя бы к машине принести, не? Ну, вообще, не особо. Понял. Тут два пирога. Причем больших. Так, все, я все забрал. Так, что тут у нас? Всё, а теперь Тимур, валим. Подожди, я хочу посмотреть, что это за печей. Понял. Тимур, бежи! Ты реально поджёг динамит? Да. Бери тортик. Пирог, точнее. Давай. Всё, пошли. Всё, устроили всем хэппи-хаусы. Теперь отдыхаем. Я не умею крепить пироги, Тимур, что ты, что тебе? Да нужно? Просто хотя бы принеси к машине. О! Ой, ой. Ладно. Чё? Мне нужно было бурить. Можно зомби как-то унести? Давай, неси. А где всё? Что всё? Вот тут вот всё лежало. А, так я перенес уже. Окей. А, стой. Как его положить? Просто встань. А хорошо, как встать? Я не могу выйти. Так же, как ты и сел. Я вообще-то хотел положить пирог. Как ты встаешь? Вот. О. Я не знаю, по всему экрану потыкал и прошло. Ой, что ты? Не трогай машину, уйди! Извини. Все, погнали. Я не такой проблематичный человек, как тебе. Сядь. А мы вообще наверх залазили? Да, там ничего нет. Я уже залез наверх. Ок. Давай быстрее. Поехали. Да можешь нормально просто сесть. Так я нажимаю на сиденье, чтобы сесть. У меня вот это сиденье откидывает. Так, поворот. Поехали. Ладно, все. Приехали. Лималиновая лада. А это нормально, что мы занимаем аж две полосы? Ой, извини. Штрафник, штрафник, Тимур. Ой. Подожди. Тимур, мы с такими темпами максимум за 1500 доедем. Извиняюсь, дико, у меня проблема. Так, позвали. Иди. Кстати, подписчики, на 2000 подписчиков выйдет юбилейное видео с Тимуром. Поэтому поскорее подписывайтесь. Так уже 2000.
Да? Да. Будем заезжать, не? Да. Да? Да. Так, ну значит что? Дорогие подписчики, это наше длинное видео. Расстрелять! Я уже расстрелял. Так, курочка, как залезть? Ой, я, у меня там оружка осталась наверху. Это что за, блин, вообще капец? Это что за, блин, вообще капец? Это что вообще за, блин, вообще капец? Так, все, я залез. Ой, я тоже. Так, тут дофига вас. Скидывай все, что нам надо. Хорошо, вопрос, что нам надо? Еда и бензин. Уже нету, я все съел. Понятно. Тут на втором этаже, тут здесь не, второй этаж. Тут на втором этаже очень много всего, кстати. У меня. У меня там вот еще. Ну все, я все поел. Я тихал. Еще я тут могу все забрать. Опа, продвинутый пистолетик на 21 патрон. Халеп. Запускаю. Итак. Что там у тебя? Я все съел. Ну, они вообще там... Ладно. У тебя тут ничего нет. Так. Ты тебя прицепил. Так, ты заправляешь там машину или что ты делаешь? Да, ты заправляешь машину. Ой, отлично. Так, заправляем машину. Очень хорошо. А я сюда... Все, ну, заправили. Это. А? Можно стрелять? Не надо. Можно дай, лучше мне дай. Да. Да, Диана. Вот. А канистру можно взорвать? Нежелательно. Еду будем забирать? Или у нас уже вообще нет места? Ну, по сути, и есть место, и нету места. Ну, смотри, всего-то у нас дофига пирогов. Я один, кстати, съем. Запомни золотые слова. Пирогов много не бывает. Ну, пирог это больше всего у вас ожидает. Все, пирог взяли, поехали. А, кстати, да, у нас очень много все. Так, ладно. Все, уже, ой, давай быстренько проедем до 3000 метров. Пропуска... Не, ладно, поедем туда. Да, это как чекпоинт, по сути. Мы едем 40 километров в час, Тимур, давай быстро. Я видел машину, которая за секунду за 120 набирала. Ну, извините, это не эта машина. Я хочу сюда зайти. Ой. Ой. Это... Что, ой? Ой. Ой! Это месяц. Ой! Ребят! Право, право, право бери. Да право, пофиг, бери. пофиг. Да я думал это спрятаться, там же вот это написано, больница. Ой, это типа нам что-то, вот эта штука сделает. Помнишь, мы так пролетали за секунду, и нас вот это сделало? Угу. Помню, помню. Мы уже, кстати, почти 90 километров едем. Нет, пропускаем. Просто едем. Да, понятно. Что это? Take the Xbox 5 left. Что это? Нам, оказывается, нужно было что-то забрать. А, не важно. Просто поехали. Я просто побегу вперед, мне пофиг. Давай реально до 4000 метров. А, короче, мне, ну, нам нужно собрать 5 киллбоксов. Киллботсов. Я не знаю, что это такое. 5 из 5. 5 осталось, короче. Да. Так. Мы собрали 0 из 5. Это уже ничего. Ну да. Я предлагаю на следующий остановиться, посмотреть, сколько у нас топлива и так далее. Ага.
Надеюсь, там очень будет очень много топлива. Там, где мы остановимся. Погнали. А, в принципе, мы можем на реактивной на тяге ехать. Ну что-то очень скорость падает. Давай! Больница! Больница, пожалуйста! Подожди. Я там просто какого-то монстра увидел непонятного, и мне надо посмотреть, что это. Давай, убивай! Я не могу убить! Давай, на меня целься! Он... А, боже. И его, честно, уже попало несколько... Так. Тут... О, 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 очень, 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 очень много... Тут, ой, тут, ой, я сейчас слов, тут 28 литров. Что? 28 литров газа. Что? Сам в офиге. Это больнички берем, больнички это... Ребят, лутайте больнички. Больничка вам всегда поможет. Ты понимаешь, что это наша самая лучшая остановка? Это он. Давай, заправляй. Так, все. Нет, там еще одна есть. Да я смотрю по своей канистре, все. Я в шоке, ребят. Ну, в принципе, неплохая такая остановочка. Ну, можно было и бы лучше, да, скажи? Да, а так бы, если бы я не сказал, мы бы не остановились. 60 литров. Еды много. Дайте съем один пирог. И один пирог возьмем сюда. А, я знаю, кстати, скорее всего, почему тут очень много всего. Чего? Это ж штука перед мостом. Бери, короче, пироги и неси к машине. Я закреплю. Короче, давай, ну реально, уже не так сильно берем то, что много. То, что много насыщает, пироги именно. Так все, нет, давай не будем, все уже. То, что нам надо, забрали, погнали. Тогда вот я все пирог сделаю, все. Так, подожди, ты хочешь... А да... ручку прикрепить. Так окей, дай мне, что ты взял ее. Понимаешь, если бы я не попрыгал, если бы я бы... Так я бы в любом случае сел. Давай, садись, что ты прыгаешь? Не, просто, ладно, давай, сейчас. Аккуратно, главное, сесть. Все, поехали. Знаешь, почему я попросил остановиться? Почему? Вот там такая жуткая была зеленая маска, я думал, что это какой-то босс, и если мы его убьем, получится. О, да, ты видишь это? Я не знаю, что это, но мне уже страшно. На таран! Я на таран, короче. На таран едем или остановимся? Не, едем. Короче, дорогие подписчики, если мы все же как-то каким-то боком проиграем, знаете, мы вас любим. И это наши 4000, Тимур. Стой, тормози. Это я, в принципе, делал. Так, Никита, выходим и рулим меня. Ну, не могу выйти, меня отбросит на... Посмотри, где я. Так, ты упал? Нет, тут. Так, давай, веди. Нет, левей, ну типа сюда, в эту сторону. Едь. Бери в эту сторону чуть-чуть. Все, есть идеально. Еще с разгон надо брать. А я не могу. Подожди. А что там? Давай быстрее. Что быстрее? Тимур, есть хорошая и плохая новость. Хорошая, мы еще живы. Плохая новость, нам надо убрать все пироги. Что нам надо? Надо будет убрать все пироги. Все, что у нас есть в машине. Почему?
Там надо через мост перепрыгивать. Не, не надо. Так, Никита, тогда запрыгивай, сейчас будем пробиваться. Давай, я буду помогать тебе толкать. Да не толкай меня, а смотри, я сейчас отъеду назад, рули меня задом. Как это? Чтоб я назад ехал. А, стой! Да, все, есть, 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 ок, 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 ок. Теперь. А! Я примерно вижу. Все, не надо так далеко, Тимур, не пугай. А то, садись, садись, сейчас будем на пролом. Ты понимаешь, если я сейчас сяду, то мы все вместе умрем. А так ты можешь, ладно. Ребят, пожелайте нам удачи. Если мы падаем, на этом видео заканчивается. Прыжок! Тимур, нет, нет, пожалуйста. Так. Ну мы живы. Я боюсь выйти. Заходи. Я жив. Так, что мы видим? У нас застряло одно колесо. Подталкивай. Подожди, а что там сзади, кстати? Я знаю, что могу сделать. Опа! Тимур, я знаю, что могу сделать. Что? Все или ничего. В смысле? Согласен на такой путь пойти? Не понимаю, о чем ты. У меня бах, я могу брать... машину в руки, и она откидывается. Она либо вперед откинется, либо назад. Либо мы упадем, либо все. Делать так. Есть. 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 Да! Все! Да! Это у меня рука там чуть ли не отвалилась. Стой, я буду смотреть, что тут. Да все, не надо, да, я вижу дорогу. Садись, сядь! Нет, я лучше так пройду, да, пожалуйста. Да, можешь, пожалуйста, сесть, ради бога? Зачем? Сядь, пожалуйста. Бери сразу лево, там очень маленький прыжок. Просто сядь. Попробуй. Поехали. Спасибо. Максимально сейчас слева бери, пожалуйста. Подожди. Если мы умрем вот на этом дебильном уровне. Все, мы прошли, ребят. Мы прошли, ребята! Погнали. Нет, дальше. Давай мы сейчас не будем. Тебе тоже анимация? Да. Это анимация. Ура, мы выдали ачивку! Направо. Да не надо, не надо. Тимур, мы не знаем, что это. Неопознанный объект, как говорится. Все равно. Поехали. У нас 50 литров бензина, у нас дофига пирогов. Что нам еще надо? Давай. По фактам. Короче, ребята, мы в полном шоке, мы прошли. И... Можешь не радоваться, мы еще ни капельки не прошли. Это заслуживает вашего лайка, подписывайтесь. Да. А пока мы едем, можете написать комментарий, что нам еще появилось. Да, посоветуйте нам. Ой, ёпсига. И мы поиграем. Как думаешь, ребят, вот пока мы едем, напишите в комментариях, какая, как вы думаете, сколько от километров, ой, метров в ивенте этом. Вот напишите в комментариях, там 10 тысяч, 20 тысяч, напишите. А вот кто правильный? Если вы захотите, можете написать в комментариях, и мы снимем тройное видео, я, Олег и Тимур. Да, кстати, давно таких подобных не было. У нас было только лишь одно видео. Давно-давным-давно. Про мимика. Да. И если хотите, вы там можете написать то, что типа мы хотим видео с вами тренировать. Это больничка, но там не надо. Там, короче. И напишите, в какую игру хотите, чтобы мы втроем поиграли. Да. Поддакивает. Как будто я видео делаю. Капец. Ну, конечно, минус в том, что мы вот так вот медленно едем. Вот, если бы ты ручку свою положил... Я могу руку положить на себя, и мы поедем со скоростью 1 000 000 км. Давай. Ты понимаешь, у нас... Стой, подожди, я там что-то вижу.
Только не говорите, что это то, что я думаю. Что ты думаешь? Ой. Еще один мостик. Мы проехали буквально метр. 2000 метров как бы. Ой. Как быстро время идёт. Лучше... Пираты. По нам не будет ответной огонь идти? Точнее, по нам вообще какой-то огонь не будет идти, надеюсь. Мне кажется, что надо было... Нет. Короче, я манал. Давай просто поедем. То же самое. Или может пиратов ограбим? Ну да, я понял, что там до хрена всего, но... Чего оно нам будет стоить? Согласен. Как-то не хочется давать. Скажи. Да, согласен. Особенно, когда мы дошли до 6 километров 500 метров. 6500. Да. Короче, предлагаю просто не останавливаться и так пройти всю игру. Так, я предлагаю следующей этой остановиться и посмотреть, сколько у нас бензина. Я предлагаю так. Мне уже, кстати, надо немножко перекусить. Уже я голод наполовину. Ну, съешь тортик. Хотя не надо, не сейчас. Так. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. Едем. А, нет, не поем, не поем, не поем, не поем. Почему? Заблюрят. А. Боже. Едем, едем, с хорошего, да, победу, победу. Ребят, это реально победа, вот это мы прошли, вот это победа. Давай в башню заглянем. Давай. Боже, как у меня поворот. А, тут очень много зомби. Дробовик! Где твой дробовик, Никит? В руках. Так стреляй! У меня упало уже. Боже, можно я возьму дробовик, пожалуйста, я хотя бы стрелять умею. Не, так я убил одного зомби. Ты ноль убил! Я все, всех четверых положил, ты о чем? Давай и не ной, Плакса. Как думаете, может плаки-плаки или нормандаки? Так, еще 7 литров бензина заправляем. Сколько у нас? У нас 48, у нас потратилось 12... А нормально, что туалетная бумага висит? Нормально. Этот, если что, у нас потратилось только 12 литров. На 3500 метров. Так, у меня бензин. Неси. Нам нужно до полного бака 4 литра. Что там сверху? Ой. Так, подожди, курочку съедим. И тортик. Ну и все, вот это. Или что это? Что у нас есть? Палочки. О, все. Все, у меня голод на фуле. Все у нас максимально заправлено. На фул, молодец. Так, что тут есть вообще? Ого, она сливается. Никита! Тут чипсы. Папа наругает тебя, Тимур, не надо. Пофиг. Так. Водка есть. Ой, водичка, имею в виду. Перец! Перец флов останавливает, ты говорил? Нет, я не помню. Ну, вот он, пофиг. Вот, у меня прикол то, что я могу тупо всю еду отбрасывать. Так, давай, потому что сейчас... Ну, вот, посмотри, вот снизу у нас машина, да? Ну. Блин, отлетело на 1000 метров. Так, подожди, ищи торты какие-то. Нету. О, смотри, 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 видишь, что у меня в руках? Вижу, вижу. А теперь смотри, куда придумал. Да, знаю, что она у тебя вылетит. Все, короче, поехали. Да, согласен, а то мы... Тут оружие. Да садись! Это не твое оружие на 21 пульку? Нет, вот это вот моя. А где твой дробовик? Вот, все, прикрепи. А где твой дробовик? А вот он. Вот.
Короче, и вот оружку дробовиком купить. Ты не умеешь нормально пользоваться. Ты лучше будешь издалека как-то пострелять. Ой. Не умничай, давай бери. А, блин, почти хорошо. Зачем нам еще один пистолет? Раз-два. Зачем, если у нас это бесконечно? Все, садись, короче. Так, все, кидаем и поехали. Как говорится, долгий путь. Согласен. Сколько там уже, кстати, видео записывается? 45 минут. Короче, ребята, это будет считаться как мини-стрим на час. Поэтому... Поэтому, Тимур... Мы не расстраиваемся, да? Да-да. Мы просто едем вперед. Я надеюсь, короче, мы приблизим к концу. Короче, значит, на 4000 где-то у нас 12 литров уходит на 4000 метров. Поэтому... Ой. Поэтому мы просто едем вперед. Нам хватит очень много, кстати. Ну, может... А. Мне этот домик одновременно... Я хочу в него зайти, но я пугаюсь его. Зайдем? Я хочу проверить ему, пожалуйста. Не надо. Это стоит того экшена. Ребята очень захотят, пожалуйста. Не надо. Нам нужно будет разминировать этот дом, там динамит. А, нет, такое я не умею. Вот именно. Я думал там зайти и забрать 1 000 000 баксов и уйти. И так все легко, как ты думаешь. Ой, что это? Я не знаю, что у меня больше пугает. Здание, церковь или то, что ночь? Это не церковь, это рай. Рай ночью. Еще лучше. Ой. Я, конечно, не хочу наглеть. Не, ладно, я хочу наглеть. Можно утро. Единственное, что меня смущает, так это у меня иногда что-то экран белеет. Вот сейчас, например. У меня тоже. Погнали в аптеку? Не. Нет, это даже не аптека. 9000 метров. На десятку, я думаю, там вообще. На десятку, я надеюсь, что-то будет, ребят. Ну, даже если что-то там будет, мы обязаны туда зайти. О. Ну, кстати, ребят, ивент пройти изи. Каждый сможет трансфер пройти. Да, Тимур, мы этот ивент не прошли, мы его просто проехали. Мы даже ни в одно здание ивента не прошли. Ну, немножечко я с тобой согласен. Так, что мы наблюдаем? Я надеюсь, это конец. Нам надо выйти. Это не 10000 метров. Поэтому поехали дальше. Да, давайте на второй пункт телебог. Ребят, а что так темно немножечко так? Роблокс! Ой. 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 Почему мы проезжаем? Мы же договорились, что зайдем. Зачем? Ну, подписчикам же показать. Ты хочешь? Да. А я не хочу. Ой. Судьба отправилась, чем поедем. А это не туда? Тимур, давай. Тут темно, мне страшно. Ну, Тимур! А. Посмотри наверх! А что тут? Быстрей! В это здание! Быстрей! У нас 7 секунд! 7 секунд! А. Реально. Быстрее! Я не могу выйти! В здание, в здание, в здание! Машина! А, где лава? Не знаю, но машина. Ладно. Боже, ребят, нас обманули с лавой. Что за план скам? Согласен.
Поехали. Просто поехали вперед. Хана боятся. Действительно! Чего же? Так что, бензина у нас много. Я больше, чтобы быть не мог, а когда тут темно. То же самое. Ребят, такая страшная атмосферка, что это капец. Особенно, когда у нас на дворе... Ну, у меня сейчас на дворе без... Ну, короче, половина с 12-го. У Тимура... Тимур, сколько у тебя? Во-первых, у тебя половина 11-го. Во-вторых, у меня половина 10-го. Да. Короче, нам все равно. Мы описались, оплакались. Ой, а что это? Не хребуй, даже останавливаться не будем. Поехали. Как переводится инби... Как это слово, короче, переводится? Без понятия. Ну, короче, если что, если вы не понимаете, то мы в будущем будем этими... Так, англичанками. Не, я знаю, что такое invisible, а вот invisible не знаю. Это сложно. Там нужен ум. Ребята, очень стрёмно. Мы не знаем, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Меня пугает эта табличка. И меня пугает, что он не настает утро. Меня вообще пугает, что мы находимся в этой игре. Я боюсь останавливаться. Согласен. Вдруг мы сейчас... Вот прикинь, если разработчики там на 13 000 метров добавили скример сразу же. Вот прикинь, мы сейчас остановимся, и нас какой-то чуть-чуть Арлс выбежит. Я больше с тобой никогда видео не буду записывать. Почему? Да я понял, что будет туда играть. Не, мне очень страшно, я даже останавливаться не хочу. Ребята, если вы хотите поиграть, то играйте. И, кстати, теперь Dusty Trip это не игра про и дальше, а это просто хоррор. Хоррор про эти не обострить по дороге. Ой, опять вот это здание. Мы в это здание не заходили, давай зайдем. Зачем? У нас бензина уже почти одна, вторая. А откуда ты знаешь? Ты дебил, я вижу этот момент. Так оно как бы постоянно так, не? Не смущает? Нет. Понял. Давай на башенку зайдем. Не надо. Тимур, у которого уже дрожат ладошки, уже все вспотели, он уже с мамой сидит за ручку, уже кайфуется. И надеется уже поскорее, чтобы какая-то пропасть, и он упал. И закончить видео. Как ты узнал? У меня камера стоит. Где? У тебя в комнате. Какие ты грязные, конечно, вещи с тобой сделаешь. В смысле? Прямо аж фу, противно. Я... У меня... Меня выкинуло с машины! Стой! Пожалуйста. Ты где? Сзади. Я дико хочу есть. Ой, я перчик съем туда. Ну забери меня, мне страшно. Не, перчик нова не восстанавливает. Вот это съем. Да, короче, сожри чипсы, возможно, они много восстанавливают. Ага. Чипсы нельзя есть. Реально? Дай. Ешь. Если я могу кидаться, означает, что... Ешь. Все. Так. Все, еда закончилась. Поехали. Да не бери машину. Все, сел, погнали. Мы не можем ехать. Почему? Что я знаю. Ты... Да. Причина остановки. А ну-ка, встань. 42, 44, все нормально. Что, проблема?
О, все, поехали. Я не сел. Ура, мы 20 километров едем. У нас еще 43 литра бензина. А, Димон, нас, кстати, обманули. В смысле? Мы уже играем час, и мы проехали. Почему нас обманули? Мы уже гуляем час, и мы не проехали 80 километров. Как на счетчике показывают. В твоих словах есть доля правды. Нужно нам уже заехать. У нас, во-первых, нет еды. У нас уже немножко заканчивается бензин. Какой заканчивается бензин? У нас 43 литра. Две трети. Пол это Тимур ищет оправдание, чтобы не выходить, потому что ему страшно. Не позорь меня, Володик. Ну вот будет такое здание, в которое мы еще не заходили, окей, остановимся. Вот. Мы в это заходили. А. Самое такое миленькое здание. 10 тысяч миллионов зомби. Хм. Ты чё у меня экран блеет? Мне страшно. У меня тоже. Хм. Тут мы тоже были. Это самое безобидное. Это самое безобидное, что может быть. Тут мы тоже были. Тимур, так мы вообще-то едем за 100 тысяч метров и найдем максимум два здания, где мы не были. Mm-hmm. Тимур, давай пока мы едем, я сейчас приду, но надо. Сейчас ты понял. Так, тут мы тоже были, ребята. Но тем временем у нас 15 тысяч метров как бы. Скорее всего, что-то будет на 20 тысяч. О, я получил бейдж. Скорее всего, что-то реально будет на 20 тысяч метров. Ребята, я тут. Тимур, что я пропустил? Ничего. 15 тысяч метров и бейджик. Сюда, мы не были, мы не были. Мы были на ракете. На ракете мы были. Сколько у нас там? 38,6. Это... Короче, самое ближайшее здание, мы это в него заходим. Давай. Не, мы тут не были, мы тут были. Хавать надо, Тимур. Ты голодный? Да, прикинь. А. Ладно. Окей, сейчас заедем до здания в код. Ой. Ну мы тут были. Тимур! Ладно. Я забазусь в машине. О, есть, я вышел. Так. Все, отлично. Всех расслабляйтесь. Вот видите, ребята, я все-таки вышел из машины. Я не боюсь. Я не боялся. А чё? Ты, а где пистолет? Я за кадром его уговорил 10 лет. Где пистолет? У меня. Понятно. Зачем? Зачем ты его взял? Ну, что было, Тимур, не задавай лишних вопросов. Так, вся еда, которая тут есть, мы сейчас ее либо скушаем, так. То же самое. Ну, можешь покидаться немножко. Да? Короче, я умею бросаться. Так, вот это кидаем. Ты умеешь кидать? Нет. Тогда и мне, я умею кидать. Да. Так, вся я фул, у меня фул еда. Есть вопросы? А, у меня, кстати, всё, у меня забагала штука, то, что ты, типа, ит. А, ты голодный? Немножко, хотя бы. Да. На виноградик.
Он не прицепляется просто. Все, поехали. Все, я все сделал. Давай, погнали. Поехали. Тимур, ты понимаешь, что нам это одну пачечку хватит? Нам не хватит этой одной пачечки. В смысле, одной вафельки? А, ну. Это не важно. Предлагаю доехать до 20 тысяч метров и все. Да, ребят. Согласен. Тимур, сколько там уже идет видео? Час. Тимур, мне кажется, люди не будут смотреть часовое видео. Ребята, кто досмотрел до этого момента? Я в шоке. Да, если вы досмотрели, то напишите в комментарии Тимур плюс Некит, и вы получите подписку от Тимура и от меня. Да. То, что вы истинный подписчик и смотрите нас до конца. Да. Поэтому пишите в Тимуру плюс. Больничка, больничка, пожалуйста. Тимур, не больничка, надо. Больничка. Не надо, не надо. Это не больничка. Ну ладно, это больничка, но нам не надо. Аргументы. Давай просто дойдем до 20 тысяч метров и все. Тимур уже стыкует. Страшненько. Ребят, как думаете? Сколько, что будет на 20 тысяч метров, а? Мне кажется, что там будет миллиард зомби, и они на нас нападут в пешком. Скорее всего. Так. Если нет, и там будет продолжение, то я обижусь на разработчиков. А, камень! Что? Камень. Мы в этом здании не были. И что? Так мы уже залетались все равно. Тимур, залутали с одной печенькой? Ага. Да. Честно, я уже очень... Боже. Ребят, мы, честно, по сути, для вас записываем видео ночь. Давайте доезжаем, да. Вот эти вот злосчастные... ветра и все. И мы будем с вами прощаться, и мы наконец-то домонтируем с Тимуром это видео. Если что, если кто не знал, что мы с Тимуром вместе монтируем видео, и потом мы наконец-то пойдем спать. А зачем ты врешь подписчикам? Ну надо показаться крутым монтажером из Шкере. Во-первых, все видео я монтирую сам. Ну, и ладно, да, Тимур монтирует сам, я бы так плохо никогда и бы не монтировал, даже если бы лень был. Потому что... Да, потому что... Тимур, 2000 подписчиков, а тебе лень монтировать, серьезно? Мне не лень монтировать, я монтирую. Просто я не умею монтировать. Окей, что мне домонтировать, да? Ну, во-первых, добавлять текст в смешные моменты. Второе. Ой. Что произошло? Вырезать ненужные сцены. Третье. Этих двух пунктов уже достаточно. Четвертое. Что тебе нужно еще? Да. Пятое. Можешь нанять меня и за какие-то 100 миллиардов евро я тебе буду монтировать видео. Да? Угадал? Вот я прям так и хотел сказать, только ну поменьше что. Сколько? 1 миллиард. Понял. Господи, 1000 метров, 1500 метров практически. Давай. Ребят, мы сможем. И, кстати... Нам осталось ровно, ребята, нам осталось с вами ровно 1000 метров. Ровно. Мы доедем, мы справимся. Вот, кто, вот я на начале ролика сказал... Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько максимально. К сожалению, мы не узнаем, но мы проехали до 20 тысяч метров. Поэтому все-таки, правильные ответы за 20 тысяч метров. Делай. Если вы написали комментарий, и он оказался правильный, мы вам лайк поставим. И подпишемся на ваш канал. Ну, а мы доезжаем уже эти 500 метров. Ребята, до 20 тысяч метров мы доезжаем практически.
И это все. Был сложный путь. Да. Мы потом еще же за кадром делали эти машины, переделывали и шли в другой вен. Нам ушло это, ну, полтора часа. И у меня уже язык заплетается, а я уже спать хочу. И второе, еще. У меня вопрос, а почему на 20 тысячах метрах ничего нет? Мне кажется, знаешь что? Что? Ура, нам ачивочку дали. А в чем прикол, почему на 20 тысячах метрах ничего нет? Мне кажется, это уже просто конечная игра, они просто повторяют то, что уже было. Тогда предлагаю до 30 тысяч метров доехать. Я согласен, ребята, поэтому не переключайтесь. Ладно, ребят, на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Ну а с вами был я, Блиц Урай и Никсон. Всем пока-пока! Да.